Белорусские семьи, в которых появится третий малыш, могут рассчитывать на 10 тысяч долларов, а льготы на строительство жилья будут действовать уже при рождении второго ребенка. Указ о дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей, подписал президент Александр Лукашенко. Устное одобрение главы государства прозвучало еще 5 декабря на встрече с министром труда и соцзащиты Марианной Щеткиной. Новый документ вступает в силу с 1 января 2015-го. Обращаться за назначением так называемого семейного капитала, его дают и в случае усыновления или удочерения третьего или последующих детей, можно не позже, чем через полгода после рождения. При этом деньги начислят в долларах на депозитарный счет в Беларусьбанке. Однако воспользоваться ими можно будет лишь через 18 лет. С учетом процентов сумма к этому времени увеличится еще примерно на 5 тысяч долларов. Семья может реализовать право на получение семейного капитала один раз, независимо от количества рожденных детей в последующем. Средства семейного капитала могут быть направлены на решение жилищных вопросов, на решение вопросов, связанных со здоровьем, на образование членов семьи и на накопительную пенсию матери. Право распоряжаться средствами семейного капитала семья может получить и досрочно, но исключительно на цели медицинские, по заключению Министерства здравоохранения. Новый указ поддержит и семьи, где воспитывают двоих несовершеннолетних детей, одному из которых еще нет 3 лет. На время декретного отпуска родителям предоставят ежемесячное пособие в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сегодня это составляет почти 700 тысяч рублей. Кроме того, смогут рассчитывать семьи с двумя детьми и на льготные кредиты на строительство жилья. Всего под 5% годовых.